Итак, прошел наш первый ходовой день. Сегодня у нас 8 июля 2019 года. Блогер Алекс. Я 2 года не ходил на конях, поэтому этот день у меня удался очень тяжелым. Ухайдокались. Задница на седле отбита практически. И сейчас мы поставили лагерь, палаточки. И стоим где-то на высоте, это 1900 метров над уровнем моря, где как раз граница леса. Кедрача, здесь кедрач. Тут шишки есть даже, вон там наверху, если их увидите. Вон там шишки. Приготовили супец, покушали. А сейчас тихонечко наблюдаем, как кони коней освобождают. Погулять, подкрепиться к завтрашнему следующему переходу. Для некоторых людей это на самом деле диковинка, они ни разу не видели этого процесса освобождения коней и их катания в песке. Кони чешут спину после дневного перехода, так как седло и потник натирает им с грузом всю спину. Ох, подскакал. Как. О! Давай, Дизелек, давай.